Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кириллов, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня мы играем в финалочку на сероде, на реплей, центральный округ. Муник здесь Кирилл Путбулов, и не забывайте эти муник при регистрации. Итак, пацаны, извиняюсь, что долго не было серии, постараюсь исправиться. Буду стараться пускать каждый день ролики по родине, поэтому поддержите меня лайками. Кстати, насчет Газели, блин, пацаны, что-то вы не очень поддержали последнюю серию про нее. Поэтому я не знаю, продавать ее, не продавать, меняться, не меняться, поэтому пишите в комментариях. У меня есть еще две идеи насчет этой газели, что снять, поэтому я не знаю, будет вам ли это интересно, либо вы уже вообще забыли про газель, либо вам она вообще теперь не интересна, я не знаю. Сегодня я специально купил за 1 миллион 20 бронзовых рулеток, получается, да. 20 бронзовых рулеток купил на 8 бит на рынке, там, короче, кто не в курсе, там неделю назад, наверное, ввели обновление такое, что... Типа, можно покупать там всякую дичь, короче, рулетки там и так далее. Можно все это покупать. Я поехал и специально для вас купил 20 рулеток. Почему специально для вас? Потому что я решил, так сказать, вернуться красиво. Поэтому я решил купить 20 рулеток. Потому что серии не было 2 дня или 3 даже. 2-3 дня не было серии по родине. Поэтому поставьте на лайк, буду исправляться. Надеюсь, вы меня поймете. Ну что ж, давайте я вам покажу, что я действительно купил эти рулетки. Так, один... Так, еще один рулетка, вот. Ну, точнее, у нас будет 21 рулетка, ну... 20, ладно. 20 я купил. 20 рулеток я купил за 1 миллион. То есть, одна рулетка мне получилась 50 тысяч. Ну, ничего, накопим. Я потратил почти все свои деньги. Видите, у меня осталось 300 тысяч. Но я думаю, пока что этого хватит. Посадил рыбок. Ну, ладно. Меньше будем лялякать. Короче, погнали крутить рулетку. Ну что ж, как-то так получилось, в принципе. На самом деле, блин, мне очень понравилось крутить рулетку. Именно когда много штук, это заняло около 4 минут, короче. Поэтому, блин, это реально круто, потому что, блин, когда открываешь по одной рулетке там или 5 штук даже, это интересно. Когда много, блин, реально это интересно. Что мне выпало, короче? Выпало примерно мне 300 тысяч. Понятное дело, что мне эти 20 прокруток никак не окупились, потому что я потратил миллион. И выбил 300 тысяч с этого, и, по-моему, много XP сейчас выбил, давайте их заберем. В принципе, так, есть же инвентарь рулетки, так, посмотрим, что у нас тут есть. Так, у нас есть 4 штуки по 8, есть 4 XP-хи по 3, ну, 3 штуки, 4 XP-хи, 3 штуки и 2 XP-хи. Ну, кстати, на удивление, выпадали больше всего деньги, вот реально деньги выпадали очень часто. Сначала выпадало, по-моему, по... 30 чем-то тысяч, потом по 12. Ну, короче, рандомно такие цифры были, ну, суммы точнее. Но мне это очень понравилось. Давайте, наверное, заберем сейчас все наши рулетки, в принципе. Я думаю, да, сейчас заберем. И, может, сейчас левел качнем, потому что мне там, по-моему, немного оставалось. Так, нет, не, что-то я, блин, давно не крутил эти рулетки. Так, вон, инвентарь. Так, 2 экспихи забираем. Так, еще смотрим, так, 2 экспихи нужно забрать. Ну, видите, экспих тоже, в принципе, хватает, но в основном выпадали деньги. Это очень круто, если хотите еще таких видосиков, пацаны, то обязательно ставьте лайки, блин, реально, обязательно ставьте лайки. Может, я куплю 30 штук таких рулеток. Да, вот, 17 уровень повышен, в принципе, да. Это хорошо.
Сейчас еще 8, 4 штуки, вообще 8 заберем, короче. 8 XP, это будет, я думаю, круто. Ну, в принципе, так можно левел прокачать, если вы хотите донатить на рулетке. Либо если вы не можете играть каждый день, чтобы получать ее бесплатно. В принципе, но я пошел легким путем, я просто купил его. Мне реально повезло то, что чувак их продавал. И он продавал сразу 20 штук. Я тупо сразу все 20 штук у него забрал. И ушел, короче. На этом вахуе миллионом ему капнул. Вообще заебись, я думаю. Ну что ж, вот мы все забрали. Всем спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Не забывайте вводить маник при регистрации. Ну и всем пока-пока. She was from the outside, I was from the north. She was from the south side.